8 узнагород розных гатунку завоевали спортсмены Витебской области на чемпионате Республики Беларусь по спортивной акробатике. Турнир ладился у областном центре и собрал мощнейших спортсменов Украины. У полном составе на споборництвах выступили представники национальной сборной. Их композиции оценила и наша здымочная группа. Опошнее спаборництва у представников спортивной акробатики прошли у лютом 2020 года. Спортсмены не выступали на протягу 7 месяцев. У первую чергу это складано психологично, а с другого боку у атлетов появилась выдатная возможность потренировать складанные элементы и добавить их у новые программы. Во время коронавируса, во время пандемии подготовка у нас осуществлялась полным ходом. Дети, слава богу, не болели, перенесли пандемию в рабочем состоянии. Шла работа над элементами, которые ранее у нас не получались или были более сложные. Но мы с этим справились, выучили новую программу, новые элементы и подготовились к данным соревнованиям. У областным центра собралась вся элита айчинной спортивной акробатики на чале с представниками национальной сборной. Пауза в спаборництвах, выкликанная складанной эпидемиологичной ситуацией, вымушает нагонять страченное. Мая на увазе, что только праз спаборництва, соперництва и конкурентную борьбу атлеты хутчэй смогут выйти на пик формы. Гэтага жадала и витебская жаночая пара в составе Виталии Лакисовой и Ганны Семянчук. Дзяўчыны шмат працавали и были узнагароджаны. По выниках чемпионату яны стали уладаць дальницами трех серебряных медалей. Мы усердно тренировались, работали очень много над композициями. Иногда не получалось, но все равно мы смогли, все сделали. Еще две узнагороды с бронзовым отливом у скарбонку витебской команды принесли Ангелина Комаровская и Анастасия Талыка. Так само не застались статистами у высокой конкурентной борьбе и наша жаночая тройка. Татьяна Муравьева, Злата Афанасьева и Татьяна Корсакова двойчу узнялись на третью проступку гонору. Мы отрабатывали композиции, элементы, пытались быть лучше, работали над собой и готовились к соревнованиям. Это первый старт в году. Мы более-менее подготовлены. Чемпионат краины практично подвел выники сёлетнего шматпакутного сезона. До конца года спортивные акробаты плануют провести еще два внутренние старты. Ими станут Республиканская спартакиада спортивных детяче-юнацких школ и Кубок Республики Беларусь. Сергей Мисурагин, Станислав Дудин, новини Витебск.